Привет. Здравствуй, друг. Здравствуйте, дорогие зрители. И мы снова врываемся на ужин напоследок, потому что на сегодня это последняя замыкающая карта, карта под номером 4, а в целом карта под номером 14 для группы А. Для вас работает Тафа, для вас работает друг. И мы готовы посмотреть за Эрангелем в очередной раз. Да, друзья, через 45 секунд стартует очередная высадка. По-прежнему лидеры показывают очень хороший, качественный PUBG. Конечно же, команда Unique на этой неделе, по-моему, еще жестче начинает отыгрывать. И, ну не знаю, по-моему, еще чуть-чуть, и в финальный день можно не играть. Там еще одна победа, да, и уже настолько такой будет большой отрыв. Вот честно, не знаю, вот надо уточнить сейчас, возможно, нашей студии аналитики, возможно, у судей, будет ли как-то влиять вот ваше место на какой-то посев. Уже ты имеешь в виду на лане в Минске? Вряд ли. Там же будет, получается, у нас просто будет одна группа из 20 команд. Ну вот, да. Ну, собственно, да. Поэтому... Тут топ-10 равняется топ-1, то есть равняется, ты едешь в Минск, равняется без разницы. Ну да, поэтому, там никак, в принципе... никак не посеять, ничего. В принципе, настало время, знаешь, наверное, не палить тактики, не палить вейпоинты. Может вот быть. Как может все-таки быть. Правильно в PUBG называть? Не палить спот, не палить запасной спот, не палить ваши варианты, потому что пока вот PUBG, да, идет так спокойненько. Никто никому не прыгает, все там друзья, все играется довольно так вот дисциплинированно. Ну, я имею в виду никакой агрессии, никто никому в гости на споты не падает. Но в определенный момент все равно это все как-то команды перерастут, и начнется более агрессивная тут игра и более агрессивное изучение друг друга. Схематичность, мне кажется, может легко палиться, потому что вот и там дед говорил об этом, и мы тоже с тобой обсуждаем, что, например, примерно все знают разъезд команды «Авангард». Потому что они на слуху, внимание к ним привлекается. Зона уходит наверх, я точно там знаю, там мост из Ясной Поляны выезд. Зона уходит вниз, это гора слева от Починки. То есть мы всю эту историю примерно уже выяснили. Я думаю, у каждой команды вот эти схемки тоже есть. Ну и на этой неделе команды уже посмотрели, кто куда падает. Тоже уже та же сделали история. Свои выводы. И вот как раз более сильные коллективы, они вот все равно вот еще более мощный PUBG показывают. Еще круче вот по аналитике проделанной, по проделанной работе команды, конечно, классно выступают. Но в финале, опять же, действительно, как ты и сказал, у нас будет одна группа, 20 команд, 4 игровых дня. И ну, можно очень хорошо подготовиться, по крайней мере, вот, ну, понимать, кто куда, если что, будет перемещаться. На каком тайминге. И действительно, вот я не позавидую там ни Нави, ни всем остальным вот нашим фаворитам, потому что это, возможно, тот самый первый случай, когда ты вот закрывать бац, буду, и да? Не пройдешь. Принципиально. Ну, может бы быть и нет? Такое. Может быть такое, да. Я согласен. Ну что ж, Unique, для них очень комфортный самолет был. Он летел вдоль реки. Зона примерно повторяет зону на первой карте. Сейчас она появится на ваших экранах. Первая карта на сегодняшний день. Она немножечко цепляет Новорепное, но в целом ушла далеко на восток. Захватила большой участок воды. Там кое-как Ясная Поляна, там Мильта, Мильта Пауэр. Завод и Липовка. То есть до камешек даже не доходит. Ну, достаточно агрессивная зона с точки зрения перестрелок, потому что когда много воды в зоне, а здесь мы видим процентов 35, наверное, точно это вода, концентрация выше команды и борьба за каждый спот, она еще более ожесточена. Так-то всем всего хватит, но есть действительно богатые споты, а есть споты, в которых там надо отсидеться и как-то от края играть. Так. Ну, я думаю, топовые команды будут как раз-таки на агрессивные места идти. Я смотрю, перестрелка небольшая случилась. Призан и Лесопилка все равно, скорее всего, останутся в центре карты. Вот эта вот зона, которая вот почти всегда играется по центру, хотя посмотрим, как, конечно, будет на этот раз. Опа, нашечки! Ну что ж такое, Кьюбифайр первого передай, наверное, сейчас вернется УАЗик. Да, разворот свой далековато. Даже не едут спасать, я смотрю на мини-карте. И все, сейчас кого-то переедут. Ну что же, это кин. Первый фраг, да, не... Ну там, не такой, не самый заслуженный, серьезный боевой фраг. Просто повезло, ну и почему отказываться? Лишние 15 очков. Команде «Авангард» вообще брезговать ничем не надо. Ну, знаешь, я очень хочу верить, что они прям, знаешь, обозлятся и будут и этот, вот, эту карту, этот розыгрыш, и субботу прям проведут на 5 плюсов. Не самый заслуженный, я не знаю, бороться. Ты сказал, там, ну, в принципе, ты когда принимаешь решение кого-то давить, ты уже где-то рискуешь. Там и время можешь потерять, там и мало ли что, там может быть там тиммейт рядышком с шутганом сидит. Поэтому это, ну, нормально быть, так, это... на мужика пошел. Задавил. Вот вопрос вот к ребятам, которые попадают под колеса. Как так вообще? Вот вы же все видите. Был, этот был вы же поле. Видите, что вокруг вас. Вы же видите, вы можете намного раньше сместиться. Вы же понимаете, ну,
Я не знаю, по-моему, абсолютно все знаете про эту игру. Знаешь, как в пабе бывает, Ctrl-M не нажал, пока с парашюта прыгал, и потом в спину тебя просто давят. Ну, у меня неоднократно была история, звук как-то отключил, пока искал транспорт, в итоге тебя задавили, а ты даже и не слышал. Но здесь, конечно, такого нет. Ну, конечно, бывают ситуации, о них, конечно, будем говорить. Друзья, как и всегда, пишите нам в Twitter, TAFA.TV, DRUG.TV. Я вот уже вижу, тут писали ребята по поводу Миромар, что многие игроки считают, что он недостаточно готов для уровня чемпионатов мира. Ну, может быть, вы правы, но на самом деле там уже очень много изменений произошло. И вот я сколько не играю турниры, там тот же JLL, ты играешь группу, два Эрангеля, два Миромара, у тебя 4 матча за вечер. И вот и не только JLL, там большое количество чемпионатов сейчас отыгрывается на Мирамаре. Мне наоборот, там концовка еще больше нравится. Да, начало немножечко поскучнее, все-таки чуть-чуть побольше суши, соответственно, чуть больше компаундов. Да там вообще нужно умудриться не налутать в начале. То есть, ну, там, когда 16, особенно команд на карте. Там только мертвые не налутаются, только те, кто рано умерли. Ну и потом кучу сейвов, классное перемещение, такой горный стиль. Вот свой стиль есть. Альфа ДН, компот, он сидел тут, сидел. Я все ждал, когда нам покажут этого парня. Перепрыгнул и побежал дальше. Просто сильно. Уверен, что стили игры будут отличаться. Вот на Эрангеле, конечно, на Мирамаре будут свои там перемещения, там более, возможно, агрессивные. Возможно, там еще чуть-чуть пораньше нужно будет смещаться. Чуть более ранние тайминги будут, если говорить про центр зоны. Ну и будет у нас, возможно, вот джунгли, еще одна карта, третья. Там вообще что-то свое, возможно, будет свой плейстайл. А ты не помнишь название официальной этой карты? Сангкок? Я не помню, как-то. Ну, был Саваш, потом Саваш вроде, да-да-да, что-то такое я слышал. Как-то мне из головы даже я все жду его не на... застряло. Вот здесь у нас. В игре. Не где-то там на тесте, а непосредственно хотя в игре. Хотя бы в основном клиенте. А там уже да, и гляди до компетитив сцены дойдет. Империя в Липовке только что была на ваших экранах. Достаточно далековато улетели ребята. Но для них это комфортно. Я думаю, следующий круг тоже может Липовка в него попасть. Судя по тому, как круг в целом расположился. Торнадо Energy Battle. Сразу несколько человек едет на одном УАЗике. Они, по-моему, преследуют, кстати, вражескую команду. У них есть возможность стрелять с машины. Ну и, по-моему, сейчас кого-то будут месить. Тут енотик меняет себе мотоцикл, прыгает. Ну нет, просто проезжают. Хотя не знаю, почему не остановились. Побоялись, что тиммейты где-то близко могли сделать такую мини-паузу и просто в три ствола сейчас попытаться развалить енотика, а сами там, по-моему, чуть не перевернулись на УАЗике. Чуть курком поехали, да, немножко. Ну, он, конечно, скачет просто как сумасшедший. Ну и давайте, ребята, еще раз по мини-карте пройдемся. Спирит, Сосновка, Юник. Теперь уже, точнее, Юник на Сосновке, Спирит в Новорепном. Все как всегда. Торнадо Energy Storm. Засада какая-то. По-моему, они решили сейчас и Спирит, и Юников принять. По-моему. Очень интересно вообще, как Юник будут выбираться. Поедут ли они по восточному мосту, либо же на запад уйдут, сделают более долгий круг. А это лесопилка, друзья. Вот я говорил, что, скорее всего, вот, возможно, финальная зона будет где-то здесь. Ну и вот он, один из первых как раз дропов падает именно сюда. АУК, третий набор, 90 патронов, пятерочек, в общем-то. Классный, классный. Очень рюкзак. Классный для старта, да. Прям шикарно. Вообще, аэры, которые появляются в аирдропах, это подарок для любой команды. Так, ну что здесь в Казахстане у нас? Авангар, Диас и команда работают, как всегда, очень быстро на своих позиции. Сейчас я, наверное, еще буквально там, не знаю, минутку, и команда поедет все-таки. Да, я думаю, вот... они, наверное, может, и раньше бы уехали, но вспомни, какой был самолет некомфортный для них. Очень долго добирались, пока транспорт, пока там с парашютом, потом на автомобилях надо было добраться еще до верхнего Георгополя. Ну, это всегда такие неприятные катки, да, когда вы и едете долго, а еще и зона уходит от вашей локации. Но, опять же, я думаю, даже кстати, и тогда ребята можно где-то выиграть. Могут сверху, посмотри, вот там через Талбер можно на самом деле въезжать, там вообще пустырь, и по-хорошему... Там, через этот мост Ясной Поляны не ехать, а объехать озеро и въехать с горы Сталбер. Комфортно для них в район Мэншена. Ну что ж, флайт починки здесь в соло. Веран бьется против вражеской команды Винтер Чейз. Причем я вот на миникарте вражки вообще его тиммейтов не замечаю. Вот они подальше пошли ближе к мосту. Ну и, наверное, все-таки должны разойтись здесь ребята и все-таки не тратить друг другу время, нервы, арморы, опять же, всякие аптечки. Просто вот хорошо пролутаться и уйти. Хотя, возможно, там уже зуб какой-то, там история на протяжении этих или просто, 13 знаешь, матчей. Крови почувствовал Веран. Говорит, если я раз нокну еще раз. Но у его врагов там тиммейты есть, а у него, если что, тиммейты далековато. Ну что, урашат и уничтожат. Только что могли дать еще минус очередной какой-нибудь, даже неплохой по команде Кроукраут, но вроде бы Фузи все-таки проскочил с тиммейтами. Ну и посмотри, какой тайминг, насколько вот рано сюда, вот в центр зоны пытаются приехать уже большое количество коллективов. Тут, если на миникарту посмотреть, мы видим и Free Agents по ходу собрались
выиграть в этой катке, но вот очень быстро приехали в центр. Вроде бы неплохие позиции, но попали под Дайсера. И не смотрите, на смерть едет. Ой-ой-ой, Ярмаша и Дзена минуснули, и все. По-моему, сейчас Free Agents просто отъедут всей командой. Там только жесткий остался. Не берусь критиковать никогда игроков, особенно профессиональных, но Нинойл знал о том, что там в кемпе минимум два игрока есть. Нинойл видел, как нокнули двух его других друзей, и он поехал на баги умирать туда. Ну, там, видимо, моралька такая, уже все, знаешь, там команда, возможно, немножечко либо тильтует, либо наоборот, чересчур агрессивно, просто ему нужно было влететь и помочь. Да, все, они решили, говорят, давайте заканчивать на сегодня, у меня там дела, сейчас пиццу подвезут, суши, надо уже заканчивать. Ну, они заканчивают, все, сегодняшний игровой день для данного коллектива. Коллектива в прошлом команде, сейчас Free Agents. По сути, у них было два таких основных варианта, да, это либо уйти играть уже на плейсмент вдвоем, ну и, возможно, вот они до этого на плейсмент играли, по-моему, чуть ли не все матчи, там кого-то не хватало, кого-то рано убивали, и вот, видимо, уже просто на нервах сказали, все, либо мы сейчас их запушим, либо, либо да, действительно, вот мне как раз пиццу сейчас должны привезти, и как раз время будет, там, не знаю, чайку сделать. В других играх есть возможность GG написать, и быстро все заканчивается. Хотя это последняя катка, в принципе, уже, да. Ну, да, в том-то и дело, да, в том-то и дело, что им сейчас надо, сейчас они освобождены. Не дальше надо можно тренировать. Сейчас, конечно, вот для тренировок на самом-то деле есть очень большое количество там всяких сайтов, организаций, чемпионатов, просто куча там новых людей, новых просто всяких сайтов а-ля Фейса, только чисто по PUBG появляются. И я не знаю, ты можешь каждые там полчаса, каждые 15 минут регистрироваться, по крайней мере, в какие-то лобби с такими тир-2, тир-3, там тир-4 командами, но есть известные никнеймы, и, по крайней мере, там все играют на победу. Можно действительно проверить свои силы, вот почувствовать, что такое вот первый опыт для чемпионатов, очень легко. Я всем советую, друзья. Я думаю, что большинство ребят, которые вот здесь вот выступают, они так вот в паблике играют, так чисто для стрима, там что-то у себя на стриме показать, подписчиков как-то повеселить. Пожалуй, пожалуй. Больше всего удовольствия все ребята получают. Топовые ребята у Ибицы, насколько я знаю, собраны очень часто, там он клозы делает. Да, вот Мумино недавно начал устраивать, в общем-то, отличные матчи, мы тоже поучаствовали. Крестный отец. Да-да-да, крестный отец, там новые таланты ищет, поэтому забегайте к Мумино на стримы, там тоже очень весело бывает, и действительно там с классными пацанами можно поиграть, замочить там себе пару хайлайтов, лайтиков записать там против мощных батик, это, конечно, всегда приятно. Ну, а давайте мы уже потихонечку вернемся, например, в Новорепное. Ну, Спирит уже тоже не хотят сюда возвращаться, уплывают парни, очень быстро делают также смещение, не попадают в засаду, потому что мы помним, там на мосту были ребята, которые, по-моему, собирались принимать всех. Ну, конечно, они оттянулись поглубже, да, но там Юник неподалеку от выезда моста, как раз ресторанчик. На выезде, но они уже отжали, да, там всю позицию. В общем-то, никакой засады не было. Я уже Торнадо Энерджи и вообще не вижу Торнадо Шторм, куда убежали. Спирит, по-моему, прям вот у них классический розыгрыш такой. Они очень часто на водном транспорте объезжают и подъезжают к мильте туда, к заводу, выходят на берег и... Ну, это норма для Новорепного, я думаю, вот опять же в паблике, вот те, кто прыгают в Новорепное, очень часто брали лодки и переплывали на другой берег, там поближе к мильте, либо дальше вообще к Липовке, все зависит, конечно, от круга. Да хоть в камешке можно ехать. Да, и куда он уйдет. Ну, Люминосити были, которые тоже у нас огибали полностью весь остров, ну, это приезжали, вот отдавали лодки. Это ребята, которые играют в Георгополь, там и уходят в зону вниз, там цепляется сновку, тоже вот часто приходится на лодке там по большому такому кольцу уплывать в зону, но это, конечно, самые неприятные моменты, но зато очень сейвово, и ты наверняка доплывешь. Не факт, что ты уже вовремя, но ой-ой-ой, халт. Минус 3, да, или минус 4. Минус 3 он сделал здесь, а в принципе команда под номером 18, коллектив Торнадо Энерджи Шторм, по-моему, нас покидает, да? Они, если не ошибаюсь, только что отлетели. Ну, сейчас еще уточним этот момент, друзья. Ну и вообще, кстати, вот когда говорим по поводу фрагов, да, фраги — это хорошо, то, что люди их много набивают, это тоже хорошо, но здесь даже в этом случае нужно смотреть статистику, потому что может быть тиммейт с нулем фрагов, но там, я не знаю, 1500 урона. И, конечно, он намного больше работы сделал там полезной, чем те люди, которые подобивали, либо там просто понокали соперников. Хотя, с другой стороны, бывают иногда вот там... Вроде бы 1500 урона, но в основном это какой-то бесполезный урон, там с дистанции 500 плюс метров, просто спалил позицию. Я попал. Да, жахнул, сбил армор, но по факту просто спалил свою позицию. А там реально одним бинтом это все восстанавливается. Да, поэтому каждый отдельный случай нужно, конечно, рассматривать под микроскопом. Тизерин Инфернала в это время нокает и добивает из карабина. Ну и у нас война намечается в мильте. Я вижу Лул Еспорт здесь, и Торнадо Энерджи Шторм, и Имперцы тоже неподалеку от берега. Мильт Пауэр, да, здесь, конечно, есть куча сейвов, там куча локаций, там и с гор можно сыграть, и под забором, и под реакторами этими можно там
в общем-то, потусоваться весело. Но сейчас посмотрим, как доберутся все оставшиеся. Будут ли какие-то веселые приключения. Сеня неплохо там один из матчей сегодня отыграл. Торнадо Энерджи уже на склоне. Уже там убийцу приняли очень легко. Своего должны поднять. Я не знаю, позволят ли. Нет, не позволяют. А кто это сделал? Сет добил, да, откуда-то из СЛРа. К сожалению, не увидели это. Но там неподалеку они находятся. И Магистр, и Альф. Ну, пока что давай посмотрим. Boosted сцепились просто не на жизнь, а на смерть. Команда Spirit, Nice, Beat. Коляныч сверху запушит или нет, непонятно. У кого тут более выгодные позиции. Колян получил очень мощную порцию урона. Мансуется за сгоревшим УАЗиком. Его сейчас, да, уже его нокнули. Ну и тут мы перемещаемся. Почему-то не понравилось это. Юник вообще с другой скалы через пролив, через вот этот пляж умудрились Коляна забрать. Так что, будут спасать своего? Да, тут попытаются спасти своего. Смоук в воду. Бежит. Сам Ван полетел и все-таки будет спасать своего братушку. Ну что же, получится. Походу, Спирит играет, посмотрите, очень пассивно. Причем своего-то они как-то продали, при этом их не напрягали. Они просто вот побоялись подымать своего тиммейта. И, ну, это всегда вот, это самое важное вот на чемпионатах. Вот это вот волнение. Потому что, ну да, играешь, например, в Counter-Strike, там ошибся раундом, в следующем там через один исправился. Там никого поднимать не надо. У тебя нет на весах вот рисковать, не рисковать. А здесь вот ты не имеешь права на ошибку. Ты должен просто все заранее просчитать, наперед. И вот только вот финальный результат покажет, были правы парни или нет. Вот сейчас посмотрим, убегут ли они. Play with me, два фрага, если не ошибаюсь, уже здесь заработал. Оп. Лежа и стреляя по вот этим двум. А это Скуби с другой стороны, посмотри, он по самвану дал только что ног. Вот мы вдалеке видим зеленую камеру. Команду. Зачем именно мы сюда приехали? Оттуда скорячка прилетела, да, и вот, ну, вроде бы спириты где-то тоже вот спаслись от зеленой команды, когда ушли в сейф, но опять же пришлось своего тиммейта не поднимать, напрягали еще с другого берега. В общем-то, ладно, веселая была. По-моему, тут перестрелка. Диплодок Сквад все поняли и по самому широкому радиусу сейчас попытаются по воде так поплыть, чтобы под Юник не подставиться, чтобы не подставиться под эти сейчас два могут склада. Подставиться. Давай посмотрим, они сейчас заходят, Синьк вместе по краю, тут уже все позиции вроде бы заняты, но нет, ребята, нашли и коридор, и а как так вообще оказалось? Ну, там а, нет, есть, там Кроукраут. Да. Там прямо не стреляют. Как Кроукраут не стреляют? У них по головам просто проехала команда Авангар, и просто Вестник с тиммейтом. Говорит, а он не в доме, кстати, Вестник? Палимся. Может, он где-то в доме там, да, или в туалетике сидел, и поэтому не стрелял. А может реально не хотели... Да, просто не хотели палиться. Но, да. Надеюсь, нам спектаторы тоже тот эпизод будут цеплять там на втором спектаторе хотя бы. Здесь можно там какую-нибудь мини-камерку оставить. Все-таки кто по итогу выиграет, Спирит или их соперники. А вот и Юник уже видят сейчас оппонентов. Это Диплодокс, который, как ты и говорил, вот проплывают. Так, один чуть уже шире приплыл. Я предполагал, радиус чуть шире. Они вряд ли знали о местоположении команды Юник. Они обплыли тех, кто там стрелялся, но в итоге попали на самых опасных. Все-таки при таком уже круге, все-таки в такой зоне ты должен всегда бояться скал. Все-таки понимали, что приезжают чуть ли не последними на эти позиции, а там действительно уже обычно кто-то, да, спрятался и, конечно... Ну и Анба. Очень просто тяжело. Голый пляж. Анба тут даже в ЛГ никуда не лечь, потому что со скал стреляют со спины. Еще одно попадание по нему, и, давай, очевидно, он будет мертв. Давай. Он близко был. Он старался. Он бежал. Анба последний из своей команды, да, и нас покидает коллектив Diplodox Squad. Ну что, Спирит пушат с двух сторон. Спирит попали в бутерброд. А лучше оставались бы уже втроем в такой ситуации. Но, опять же, нужно из их глаз, там, из их демок смотреть. Возможно, у них вообще шансов не было своего тиммейта поднять. Это нам там со стороны казалось, что есть. А на самом-то деле и не было. Вот эти ребята с Куби вместе с парнями уже отмечались ноками. Но здесь просто пошли в наглую и решили, по-моему, уничтожить и одну команду, и вторую. Но вот все-таки с командой Boosted тут будет посложнее справиться. Ну, в итоге Спиритов закрыли, 16 место, и так Спирит, конечно, не очень хорошо все получалось, но, по крайней мере, не то, что ожидалось на старте. Но здесь на 16-м заканчивает, очков реально мало данный коллектив получает. Так, и дальше продолжает агрессивно действовать. Ватяков нокнут, и его, скорее всего, Кроукраут, возможно, добьют. Линик или тиммейт, возможно, сейчас его обнаружат и уничтожат. Тем временем нокается от Фэна, да, из команды Not So Serious. Ну, пока не добивают, значит, есть опция поднять. Вестник минуснул Верана. И, кстати, мы помним, что ребята из Кроукраут находились в спине у команды Авангард. Тоже потом посмотрим, где вообще прозвучит. Ага, да тут все нормально. Авангард, да, контролит дом. Нок был в окне. Изи сейф, никто не пушит. И, в общем-то, это может даже соседи. Где-то шлем лежит рядом новенький. Хотя бы первый. А может быть, и снял перед тем, как пикать соперников. Тоже, возможно, там наперед сработал игрок. Понимал,
знал, что в такой ситуации их никто не зажмет, и что, в принципе, можно позволить себе без каски постреляться, и его спасут легко. А Трейха сел в транспорт, был в прицеле Скуби очень долго. Оп. Близко. Оп. Хорошо. Очень близко. Горячо. Просто хорошо. А если возможность... Ну нет, возможности нет. Они сейчас попытаются, наверное, все-таки вперед запушить своих соперников. Здесь ты вряд ли найдешь свой фраг. Да, классно. Вроде бы Скуби здесь неплохо с крючка попадает. Видит, опять же, врагов. Но все-таки нужно определиться, на кого ты пушишь, остаешься. Сейчас все-таки, наверное, нужно было других дожимать. Вот на С команды, потому что зона вот-вот и уйдет. И вам нужно будет по берегу потом и под обстрелом и одной и другой команды по центру пытаться как-то прорваться. Так, Диас куда-то поехал, посмотрим. Возможно, пробьют себе какую-то позицию, либо домики проверят, которые чуть пониже. Либо просто он, есть лоу-граунд в центре, он займет эту горочку напротив завода Мильты. Да-да-да, будут лежать в поле перед Мильта заводом. Там или... есть лоу-граунд. Или Дан попытался выбраться из вот этих прибрежных баталий, и Иллидана в итоге 17-й сквад, а именно команда Users нокнули и добили. Он хотел, видимо, выбрать позицию для своих тиммейтов, чтобы хоть как-то там правдами-неправдами уйти с этой береговой линии неприятной. Но в любом случае, кто бы туда ни пошел, там уже команда Авангард контролирует. Ты посмотри, как произошло. Но она пока не контролирует, они только переезжают, они только заходят. Они сами боятся, что кто-то сидит внутри, но это как починки, все вот стороной обходят там уже второй, третий круг. Так и так получилось, что завод малый под Мильта Пауэром тоже все обходили стороной, а он абсолютно пустой. Но, с другой стороны, там вроде бы много нычек, но в доме тоже находиться не так просто. Очень много прострелов. Здание просвечивается тоже под большим количеством углов. И, опять же, когда все соперники попадают очень хорошо, может прилетать тебе из горы напротив, из кустов и оттуда только угодно. Но Юник... мистер БТР нашел Рекрента, забирает его. Ну, вновь шикарно работают. И, не по-моему, погибают, закрыли, да? Убивают. Закрыли полностью темп Energy. Как-то имбово выглядит Energy, команда, да. Вот смещается, это очень да, классно. Посмотри, 2-2 играют, при этом play with me, стендин остались еще на береговой линии, вдруг кто-то будет со скал тихо, подниматься. Тихо, бум, тыщ, не перевернулись, а сейчас будут стрелять, смотрим. И одни, ну? И Юник сейчас будут в лицо встречать команду TNP. А почему только один работает, вот начинает, ну, и тиммейты стрелять, уже они сейчас да? выхватят, они выхватят, это какой-то маневр был просто вот, вот зря, они сидели там и боялись. Вроде бы до этого запушили, но сейчас опять же не, ну, не дожали 12-х, не дожали команду Бостед, и в итоге, ну, такой провал на этих лодках случился, ну, хоть... Ну, вроде TNP да, два тиммейта проехало, и К-17, он жив, судя по мини-карте еще, да. Егорыч только отвалился, а К-17 все еще жив и будет плыть. Это не очень комфортно. В этом патче 100% некомфортно. И зона близка. Ну да, и зона в итоге все-таки поближе. Вот в правую сторону от центра круга стартового ушла на Мильта Пауэр. И здесь, конечно, на самом деле может быть очень много действительно игроков до самого конца. Куча заборов, маленьких домиков, низин, камней. Весь этот спуск. И за каждым деревом может находиться соперник. Друзья, Нуки забрал Blue Sports Крапта. Ой-ой-ой, Винсайд Клок попадает, по-моему, в историю. Но пока он что? Ну, будет находиться за камнем, а что делать дальше? Дальше ты оттуда никак не уйдешь. Как-то с камня может кого-то попытается пикнуть, там подрез сесть в лодку да уехать. Но это так, это уже на удачу. Шансы действительно не самые большие у Клока. Но у него тиммейт там где-то под скалами сидит. Я не уверен, можно ли там подняться. Судя по всему, нет. Змуки, наверное, уже пошел бы наверх. Так что, скорее всего, эти ребята будут отъезжать от зоны. Мне кажется, должны быть варианты. Так, заметил Клока. Начинает по нему работать. Неплохо попал. Только что первый патрон, первая пуля пошла. Скуби пытается понять, вообще откуда идет. Вот все-таки подставляется под Снео. Немного, но еще есть шансы, по крайней мере, там забрать очки за один фраг. Нет, нет, тут слишком широко выходит. Лучше плывущего убивает. А зона сейчас кушает, начинает хилиться. Мумино в этот момент забирает Фай из Users. Мы, конечно, туда также сместимся, друзья, но ну, тут уже все ясно, по-моему. Ну, Клок сейчас умрет, и что здесь смотреть? Ребята забегут в зону. Было не на самом деле. И тут уже вне зоны поднимать его не очень удобно было бы. Оп. Ну, а его тиммейт Змуки все-таки сидит за синим кругом, там хилится, что-то пытается в плейсмент зайти, но вроде можно было подняться, но, как видим, невозможно. Ага. Старается ой, карабкаться. Ой, все. Скалолаз. Кстати, там, может быть, и зайдет сейчас. Зашел. Ну, он давненько здесь пошел, уже. Пошел. Он полез наверх. Кстати, у него есть все шансы, он успеет. А вот здесь вопрос
Все-таки клок, возможно, кого-то еще тоже зацепит. Если много хилов, то он может там хилиться, дождаться, когда начнет врагов коцать, и, возможно, они откроются, и он в этот момент кого-то еще тут настреляет. Вот как сейчас. Вот он был шанс, но он дал сам себе смоук, и, в принципе, ребята воспользовались, наверное, смоком от клока и просто перебежали за камни. А вот теперь уже все. Теперь ты уже вряд ли их убьешь. Да, они не выйдут из-за синьки. Там я смоки, он, наверное, минуты полторы уже сидит, пытается выкарабкаться. Видимо, игра не позволит ему оттуда уже уйти. Так что, я думаю, мы с этой командой попрощаемся. И по миникарте я вижу QBFire в аналогичной позиции, да, судя по всему. QBFire... А, нет-нет, въехали, все. Это небольшой у меня пролаг, видимо, на нашей карте. Пин уже в зоне. Да, все нормально. Вот, имперцы также в зоне. Кстати, по забору еще зайдут и в следующий круг. Ну и смотрим, что сейчас будет происходить. Клок погибает в воде, все-таки тонет. Не за зоной, ну, за зоной в воде получилось. Ну и смотрим за продолжением. А вот он, Змоки. Змоки хилится, Змоки чуть-чуть оставалось. Но сейчас он не успеет. Еще буквально 20 секунд пойдет очередной круг. Еще больше дамажить начнет. Ну и, в общем-то, мы видим, это грустно. Что уже он даже тут не имеет никаких шансов. У него уже остаются только бинты. Давай, живи. И все. Ну все. Это очень печально. У нас просто садисты показывают. Наши спектаторы, да? Да, последние мучения бедной девушки, которая стояла там на камнях. Здоровье себе восстанавливала. Не восстановила, извините. Зона ее скушала. DS в это время игрока команды Users все так же не пускают на завод. Они уже там реально обосновались и реально закрывают всех, кто хочет подойти к их собственности. Так. Освод. Завод приватизировали себе, освоили. Аль с фачинками по-прежнему вроде бы где-то на карте выживает. Сейчас посмотрим. Так, тут сейф. Вообще какой маневр там спасти рядового. Кого там? Любого. Юника. Да, любого Юника. Спасти рядового Юника. Ну что, и вроде бы получается. Авангард пытаются удержать завод, но там действительно очень много всяких низинок перед этой локацией. Имперцы отъезжают. Лул. Грак справляется с тиммейтом вместе с Финтом и, в общем-то, убивает всех соперников. Да, Ная минусует уже Мумино. Ну и Жан начинает также жестко настреливать. Да, пытаются уйти по левой стороне, чтобы завод обойти. Игроки команды Бостед одного тиммейта потеряли. Ну, понимают, что нечего соваться. Туда авангард там сидит. И видим, что Мильтопауэр тоже пока под контролем команды Юник. В большей его части, конечно же, и видно даже по миникарте, что они растянулись в разных сторонах от бассейна. Там мистер БТР слева, три остальные справа стреляются с командой QBFire. А вот здесь, наверное, и помощь может понадобиться. Там Стендин очень агрессивно играет. Он мог здесь просто с низинки принимать вместе с тиммейтами из ямы, но он просто там бегает, загоняет соперников. Он в спину заходит, посмотри, двум оппонентам. Он просто сейчас лежачих расстреляет. И да, они вообще ничего не поймут, что произошло. Ну и Сид тоже падает. Но в итоге Стендина нокнули и добили. Вот такая цена была за то, чтобы закрыть коллектив QBFire. Сам он Рейдж, он сейчас за синей зоной. Зона очень сильно будет бить, надо будет выходить. DS его видит. DS в итоге забирает его. Это был последний, да, получается, это был последний игрок команды Бостед. Мне кажется, чересчур агрессивно только что Юник отыграли. Уже просто чувствуют силу в этом лобби, потому что и так все идет хорошо, рвут всех. Ну и уже просто кто-то полетел в излишнюю агрессию, возможно, в этом эпизоде. Угу. Ну что, смотрим, друзья. Какая зона? Это ад. Неплохая, просто. Да, очень неплохая. Там дорога и две ямы с двух сторон. Команда Аль Пачинки, она лежит под Гарри Поттером. Там как раз выход из мильты. Можно его по-хорошему занять. Там классное место, на самом-то деле. Вот сейчас по этой зоне крок-раут. Они могут сейчас упасть в яму, там через дорогу. Они вот находятся на желтых домиках на углу. Если они там проскочат в эту яму, там реально есть хороший лоу-граунд, в котором можно отлежаться. И, возможно, их там трогать никто вообще не будет. Но в эту яму, по-моему, летит команда НСС еще раньше, чем это делает вот на фоне номер 13 Вестник. Он, видимо, очень как-то боялся своих оппонентов и решил сюда не влететь. И вот, там Нуки сбили просто, Нуки уже приехал. Ай-яй-яй, тут есть небольшой просвет от Оника. И небольшой девайс в руках у Оника. Голова, ох, выше, немного выше взяла. Но если переживут НСС, они ответят и отомстят авангард, потому что авангард сейчас нужно будет бежать как раз вот вперед на соперников, на оппонентов. И, возможно, их сейчас накажут НСС в ответ. Просто снайпер на вышке, по-другому никак не назовешь. На Ноктива, ну, Леша мажет, пока мажет. DS в это время нокает еще и игрока команды iFi. Команда Users пытаются дозакрыть все тех же пушащих Users, которые на завод бежали. Ну, не очень хорошо дается стрельба Ноктиву. И НСС бегают, не понимают, что происходит, откуда летит, там все спиной, уже минута. Ну, извините, вы в центр круга въехали, так и должно было быть. Ну, там яма, просто... там есть сейф, там просто сейчас вот им нужно чуть-чуть было пересидеть. Все, поняли, ребята, казалось, что это он никого-то сбивает, а это ему прилетело от фена, ну и так, нужна помощь друга, а тут на самом-то деле зона уже идет. Я готов.
Кому? Кому? Скидывай, Авик. Авик, скидывай. Скидай Авик и умирай, как мужик. Должны поднимать новоиспеченного капитана, тем более. А, в итоге он, типа, 8 патронов потратил каску и потратил еще и время там, и хитпоинты свои. Кину, надо выбираться. Синяя зона начинает кушать. Синяя зона достаточно так, больно бьет. Кин пытается очень как-то своего пройти через этот завод. Юники еще выживают, втроем остаются на карте. Поднимают Джонни Бонса. Он в зоне, сейчас отхилится, неплохо. О, Трейхо уже отдыхает. Диэс дает минус. Ну и самим-то тоже нужно потихонечку выскакивать. Пошли, а куда тут падать? Тут вообще, по сути, выйти некуда. Тут чисто просто на стрельбу нужно просто вылетать. А, есть антенна, конечно, как я мог за нее забыть. МСС вчетвером в этом ЛГ теряют машину за машиной. Фена тоже лежит под машиной, но ее можно взорвать. Да им вообще уже нужно все эти машины, по-моему, самим повзрывать и уже за ними прятаться, мансоваться. Тут, ну, все равно намного сложнее, мне кажется, вроде бы и хайграунд, авангард, да, но, тем не менее, можно их контролить все-таки понятно. Они выходят либо слева от антенны, либо справа, по сути, там... Да, все. Ну, либо залезут на нее, нет. Но там больше не будет укрытия. Ну, на бетон, ну, да. бетонное основание этой линии передач. Так, Юник, мистер БТР, не нокнуться бы, очень опасно играет у него. Оник. По здоровью беда. Попадает. Попадает Тизерина. Нокает в итоге. Стрелял по одним, в итоге добивает Тизерина. И команда Users заканчивает на 6-м месте. Ну, Юник вновь в топ-5, как минимум. Это уже хороший результат, а как максимум очередная победа также возможна для ребят. Все-таки втроем можно выигрывать катки. Вестник этот вообще просто... Да, ну вот не заехал там, где сейчас находится НСС, хотя, да, если бы он туда заехал, наверное, бы НСС к нему приехали, вряд ли бы он весь вражеский состав бы как-то принял. Ну и вот в итоге вот НСС так и оказались в этой самой крутой яме на районе. Но и это тоже не самый лучший вариант, потому что можно сместиться еще ближе к дороге. Посмотрите на эту 7-ю игровую зону, куда она ушла. Так, плей. Визми погибает. Да, не первый ног у него, он очень быстро уже, мы видим, догорает. Тут команда его никак не поднимет. У Авангар, если вы посмотрите на мини-карту, они одни из тех, кто ближе всех находится к кругу. Но выходить в этот круг, это просто супер адское место будет для них. У них там равнина. Равнее, я даже не знаю, что тут, равнее. Степи Казахстана. Пока равнее. Что ад, это выйти команде Юника. Вот, побежали. Вообще... Просто в дым. Юникам тоже нужно точно так же вот выходить на альпачинки, которую держит Гарри Поттер, и там рядышком игрок один еще сет за деревом. Опять же, страхует своих тиммейтов. И вот он пошли. Минус, кстати, от Оника по сету. Вот как раз тот самый игрок, который находился за деревом, сейчас получил ног очень неприятный от АВМа. Ну и Вестник, ты вы посмотрите, он зацепил Фена, зацепил Нуки. И, ну, все-таки третьего не забрал. Реально Вестник попытался сделать минус-квад, но... Ну что же, найс трай. И вот зашли Авангар, все, уже у них есть ямка, лоу-граунд. И теперь вот вопрос, они альпачинки, либо все-таки НСС. А, на четвертом месте Авангар. Или на пятом месте закончили Юник? Я не обратил внимания. Это... Ну, короче, ладно, четвертое или пятое. Диэс нокается вот. А, Юник четвертый. Кин в размен с альпачинки идет. И команда Авангар полностью закрыли ее. Магистр вместе с Альфом зажали... по бегущим игрокам команды Авангард, но так или иначе укрытий там по большому счету и не было. Но мне казалось, там вообще был вариант, я думал, вообще по сейвове будет играть команда Авангард, хотя нужно смотреть демку, там вот лечь, прям вот со стороны НСС тоже был шанс. По-моему, пацаны взяли и обошли. Ну, они решили, да, тоже вроде бы хорошее такое решение было прийти запушить команду альпачинки, но альпачинки классно сыграли, они играли с низинок, и все-таки по стрельбе им было немножечко выгоднее. Топ-3 Авангард. Ну и альпачинки, наконец, вот, я не знаю, я уже соскучился вообще за этой командой. Результаты раньше показывали очень хорошие парни, но в этой квалификации ну просто все не шло. И вот он, по-моему, первый их самый такой вот классный матч, если ну, я не ошибаюсь. Ну и НСС тоже, ну понятно, не такие именитые, там не так часто, не так давно играют, но НСС у нас тоже ничего не выигрывали. Интересно посмотреть, кто же все-таки кого. В другой дисциплине выигрывали. Но... Ну там-то да. Но не в PUBG, в танке, да. Была такая команда замечательная. Ну смотрим, Альф, Магистр. 2-3, в принципе, вот для них что важно, это дать первый ног. Но, опять же, по ним была инфа, они только что перестреливались на глазах НСС команды Авангар, НСС все слышали, это было, ну, грубо говоря, там в двух соседних квадратах, на площади, там, не знаю, там 200 квадратных метров. Да, мне вот очень интересно было, сколько патронов Ануктив все-таки оставил, 4, потому что очень долго показывали, как Магистр забирает Авик, но он красный, то есть не перезаряжен. Площадь была побольше, но 4, ну, да ладно. 4 патрона, 4 патрона на ВМ. Смотрим. Альф.
Ну, уже ничего не сделает. Магистр один остается. Ну, магистр может. Вот ему сейчас одного цепануть и все, не дать поднять. Вот просто, может, гранатка какая-то успешная. Он просто пытается зайти в дым. Идет, друзья, идет. Он сейчас уже третьего подымут совсем скоро. Но есть калаш без обоймы, 30 патронов всего. Но калаш на такой дистанции должен крошить. Но нет, вот просто посмотрите, сразу три головы такие. Оп. Дракон появился, Кью. Горыныч, НСС, победа команды. Молодцы парни. Ну и сколько это фрагов у них? 9, неплохо. Но посмотрите на подчинки. Да, много, реально много. 16 убийств на коллектив. Уверенно, очень уверенно. Авангард не так много настреляли, как хотелось бы. Ну и Авангард, вот откровенно, мне кажется, не повезло с этим кругом. Много ресурсов надо было потратить, чтобы добираться до там, этого ЛГ. Да и ЛГ тоже уязвим был достаточно. Ну, повезло, не повезло. Тут, знаешь, вопрос, пересмотреть повтор. Возможно, пересидели на заводе. Возможно, стоило раньше из него выйти, сыграть по зоне. Возможно, наоборот, там все правильно на плейсмент играли. Играли по кругу, пока была возможность. И, может быть, сам просто не получилось. Вот по колу последнему как-то неправильно сыграли. Там заколили пушитель подчинки, а получилось не очень успешно. Ну, опять же, есть студия аналитики, есть демки, можно это все пересмотреть. Ну и разобрать эпизод по косточкам. Я думаю, как раз вот Авангард уже понимает, что у них не пошло там, что пошло. В целом все неплохо, Авангард. На самом деле все даже интереснее, чем в первые, да, в первые дни. И мы видим, и топы берут, и хорошо себя чувствуют на втором месте. Команда Unique снова неплохо. Пятое место с большим количеством убийств. 11 фрагов для данного коллектива. И видно, ты верно заметил, да, что дает им уверенности тот плейсмент, который у них сейчас есть. И не просто первое место, а еще и первое место с отрывом порядка там полутора, чуть ли не 2000 от всех остальных. Да, ну помнишь, о чем я говорил? О том, что все-таки Авангард, они сейчас следят за командой Unique. И им просто главным в каждом матче быть выше своих соперников. Ну да. Хотя бы на одну строчку. Вот сейчас вновь Авангард были выше. Ну чисто принципиальный топ-1, который как бы Авангард могут. Да, да. И сейчас вот чуть-чуть очков отыграла команда Авангард. Пусть немного, но они отыграли вот после этого матча также очки. А вот сколько об этом, конечно, расскажет наша студия аналитики, друзья. Ну что, меня вы увидите уже, наверное, аж в воскресенье. Совсем скоро. Меня завтра. Да, начнутся матчи 2 на 2. Точнее, меня увидите в субботу. 2 на 2 пойдут, как всегда, матчи от StarLadder и Twitch. Я там тоже буду и поучаствую в комментариях этого чемпионата, потому что там, конечно же, будет фан. Со мной уже увидитесь последний день уже, когда будет доигрывать группу Б. Друг с парнями будут пахать все эти дни, не покладая вообще ничего. Рта. Не покладай рта. Ну, так уж получилось. Такая профессия, извините. Ладно, послушаем аналитику. Да, с удовольствием. Все, тогда, да, мы прощаемся с вами и передаем слово студии аналитики.